Будущее союзных программ, а также отношения Минска и Москвы накануне обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин. Встреча прошла в российской столице. Лидерам было что рассмотреть – от ситуации в регионе, экономики до совместного устройства системы налогообложения. Отдельно президент Беларуси отметил прогресс по дорожным картам. В Беларуси планируют расширить возможности использования семейного капитала. Соответствующий проект указа сейчас рассматривают в правительстве. Например, предлагается еще больше расширить возможности для решения жилищных вопросов. Проектом предусмотрено и абсолютно новое направление использования капитала на приобретение товаров социальной реабилитации и адаптации для людей с инвалидностью. К концу лета белорусские ученые представят прототип собственной вакцины от коронавируса. Разработка препарата сейчас на самой активной стадии. Есть и другие проекты, которые помогут медикам в борьбе с пандемией. Например, специальная маска. Воздух, попадая туда, проходит обработку ультрафиолетом. Кроме того, скоро появится отечественное лекарство для лечения заболевших COVID-19. Ирина Курочкина обеспечила себе медаль чемпионата Европы по борьбе. Сегодня на континентальном форуме в Варшаве наша атлетка поспорит за золото с представительницей Польши весовой категории до 57 килограммов. Именно бобруйчанка в этом весе ранее принесла нашей сборной неименную олимпийскую лицензию в Токио. Курочкина, к слову, уже становилась чемпионкой Европы 3 года назад. Белорусская детская железная дорога открывает сезон 1 мая. В 9:30 на станции Заслоново пройдет торжественная линейка юных железнодорожников. В 11 часов с перрона на станции отправится первый поезд «Столичный экспресс». Он проведет пассажиров по традиционному маршруту. В БелЖД обращают внимание, что посетителям детской железной дороги необходимо обязательно соблюдать масочный режим.